Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3. Остановились мы на том, что выполняли какую-то миссию, и вот сейчас мы пришли и будем выполнять Стефан, что другую миссию. Стефан, что стряслось? Где Сэм Адамс? Не знаю. Меня ограбили. Я перевез все ценности, но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы! Будем... О, смотрите, как у него, блин, капюшон странно, как козырек. Куда ну, то есть это вы? Понятно, это чтобы его лицо было больше в тени. Но все равно как-то странно. Ну, сократи дистанцию до цели. Я с радостью на лошади. Давай, лошадь, не подводи меня. Чувак, ты бы тоже взял коняшку, и было бы проще. О, Эгарде! Красные мундиры хотят получить тряпку! Тихо. Я чувствую то, что придется их мудохать сейчас. Че мне? У тебя будет рожа подсадка мундира, как ты! На моих союзников напали. Да нет, по-моему, это мой союзник на них. Вот смотрите, разве он не сломал ему шею? Да в рот мне ноги, если он не сломал ему так шею. А конь? Чувак, я хочу на коня. Конь? Пошли, мне с коня будет как минимум одного проще вынести. Ты чё, негритянка, охренела? Чё, права, что ли, свои почувствовала? Да ладно, я не расист. Ладно, так. Нет, ну смотрите, сколько здесь негров, и они одеты не как рабы. Смотри, да здесь одни негры. А, нет, это белая баба, она просто в тени была. Смотрите, киски ходят вместе с собачками. Чё вы лезете к нему вообще? Всех сейчас забодаю. Сейчас я покажу, как надо, смотрите. Пошли все. Что? А, в смысле, вы наоборот поддерживаете его? Он типа бунт поднимает или чё? Это наш город, да. Втирай это моей лошади, ей это очень интересно. Давай. Это наш город. Стефан, и что? Прошу, послушайте меня. А, это я ему говорю. А как ты узнал, кто тебя ограбил, чувак? Я не понимаю. С чего ты взял, что это красные мундиры? Что, ты хочешь этих вынести или что? Томми, ты знаешь их всех по именам? А не предатель ли ты случайно, петушок? Давай, чувак, ударь первым и... упрости мне жизнь. Облегчи. А лошадь умная, она... Лошадь, падла. Лошадь умная, блин. Хотел сказать, что она специально от боя уходит, чтобы не мешаться мне, во-первых, а во-вторых, чтобы не сдохнуть ненароком. Но когда она уходит уже после боя от меня, это неприятно. Хотя, в принципе, это же не моя лошадь, это первая встречная. Это что, кельты, что ли? Ах, ты скинул меня, падла. Похоже, вот у этих здоровых хрен уклонишься от их ударов. И мне все-таки придется. Что мне все-таки придется? Что я хотел сказать? Блин, смотрите, им вообще насрать, этим здоровякам. Ладно, ребят, вы мне надоели, серьезно. Я пытался по-хорошему, но... Не хотите по-хорошему? А, они и так не хотят. Охренеть. А что, как их убивать, я не понимаю. Вообще не понял. Они, контратаки на них не действуют, простые удары на них не действуют. На них ничего не действует. Что, их обязательно из лука надо мочить или что? Не, серьезно, я не понял. Почему обучения нету вот сейчас? Вот сейчас вот конкретно следует сделать обучение.
вообще не понимаю. Вот, вот что, как я вообще вот это сделал сейчас, я не понимаю. Да, все-таки убивать их куда веселее, чем просто так мочить. Вот, например, сейчас что я заметил? Во время боя я могу нажимать на пробел, и он что-то делает. Я не совсем понимаю, что, но что-то он делает. И вот, собственно, вопрос, почему меня этому никто не научил? Почему я должен сам экспериментировать? А вообще-то вы скажете, наверное, да ты зажрался совсем, охреневший тип. Вот что я на пробел делаю? Перекидываю его как-то. Ты падла. Я пытаюсь... Нет. Ладно. Да. С несправедливостью можно бороться, но не так же. То есть, не... То есть все-таки Конор против того, чтобы я всех убивал. Ладно, Конор, так и быть. Я пойду тебе на попятный и возьму кулак в качестве оружия. Вообще, мы полгорода прошли, полстражи перерубили. И все ради чего? Ради того, чтобы прийти непонятно куда. Вот куда ты идешь, чувак? Расскажи мне о своем плане. Хотя бы. Ладно, я думаю, будет проще самим подойти и вот так вот сделать. Понятно. Это этот, короче. Сбить с ног, типа. Но на тех здоровых даже сбить с ног не действовало, как сбить с ног. Я их просто откидывал. Ничтожен, глупая тварь. И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Здорово. Кто-то за этим стоит, и ты выяснишь, кто. А не сможешь, почему я негр? Тебя пристрелю и найду шавку умнее. Негр будет за нас. Что будем делать? Сейчас узнаете. Хватай негра в охапку и все. Используй своих рекрутов в бою и применяйте их уникальные способности, удерживая Т, чтобы открыть селектор рекрутов. Открыть селектор рекрутов? Убийство? Я не понял ничего. Ничего не понял. Убийство, способности. Ну ладно. Кто вы, черт возьми? Ты не мой рекрут. Странно, что... За что? Что он еще жив? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на имя Джонсона. Ну вот, чувак, ты убил невинного. Это не по-ассасински. Прикончите его без шума. Как можно прикончить его без шума? Он лежит посреди... Посреди этого, блин. Базара. И его избивают... Кажется, люди вас слушают. Топором. Но это не топор, это нож. Там рубака. Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в 1000 раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавится. Вы справились. С чем справились? Он убил невиновного, насколько я понял. Взамен предлагаю свою верность. А, нет. Пусть это и не... Я понял, он убил виновного, но... Мне. И я благодарен. Теперь да как тебе-то он помог? А, ну, в принципе, Адамс. В тот раз, если... он убил виновного, но то есть он думал, то, что он на какой-то парламент работал, а он работал на частное лицо, то есть на индивидуального предпринимателя, как вы понимаете. Ну и мы все просрали, хотя нет, что-то даже выполнили. Хотя я даже не читал. О, козочка, хочу козочки, привет. Привет, козочка. Хорошо, что я не это, не с Горного Кавказа. Что, переместиться нам нельзя, ну тут в принципе не очень далеко. Ну думаю, в принципе, миссию выполнили и хватит. Хоть и не очень длинный летсплей получился, так что... Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А с вами был Сет и... До свидания.